друзья, всем привет! Сегодня я хочу вам показать салат с моего огорода. У нас есть салат. Я нарвала шпинат. Сейчас помою. Так же, как я люблю, я взяла листья салата. Шпинат, листья салата. Листья салата и пару веточек укропа, листик чеснока и нашла молоденький листик свеклы. Помыли. Помытую нашу траву мы сейчас порежем. Друзья, для этого я беру вот такую большую миску. Почему именно большая миска? В ней хорошо, большой ложкой, в ней хорошо перемешиваю. Сейчас это все я вам покажу. Порезанная наша трава. Сюда хочется добавить кусочек мяса. Мясо в нашем случае у нас есть запеченная такая вот свиная ножка. И с нее я отрежу вот этот кусочек. Мясо режем кубиком. Мне нравится именно это мясо, потому что здесь есть и сало немножко, и мясо. Соли по вкусу, заправляем сметаной заправляем. И теперь в ход пошла моя большая ложка, очень удобно, и большая миска. Удобно все перемешать, салат за 5 минут, вкусно и полезно. И добавим